and walls, cats and dogs, dolphins and whales, uncles and aunts, newlyweds and yet to be conceived, sisters and brothers, bros, blood, 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 blood. We are very happy to see you all today in this beautiful space. Tomorrow, today, sorry, we will talk about Shakespeare. Natasha, please. Сегодня мы поговорим с вами о любви к родине. Я вообще не понимаю, как можно не любить стволы родных берез. Человек, родившийся и выросший в России, не любит ее природу, не понимает ее красоты, ее зеленых лугов, утреннего леса, бескрайних полей, ночных трелей соловья, осеннего листопада, первой пороши, июльского сенокоса, степных просторов, русской песни, русского характера. Ведь ты же русский. Ты ходил в русскую школу. Ты учился в техникуме, работал на заводе. Ты ездил в Бобруйск? Бобруйск ездил? Ездил в Бобруйск? Ты ездил в Бобруйск? Тебя спрашивают. Ты ездил в Бобруйск? Бобруйск ездил? А, чё молчишь, бабушка? Может, ты что?
я мальчик пред тобой. Почетный мальчик. За Бога завели. Его ждет, как каменные скалы.
пойдет. Прекрасно сделано, если все это сделал Бог. Пробудись. Сделал мир. Чтобы криво, кто умрет. Пробудись. И вслед за жизнью вечность отойдет. Ага. Прекрасно сделано, только если все это сделал Бог. Пробудись, когда народ близко подойдет. Так сделал мир, что живо, кто умрет. И вслед за жизнью вечность отойдет. Когда умрет, так близко подойдет. Все это сделал Бог. Пробудись, когда вот тоже близко подойдет. Все за жизнь вечность отойдет. Пробудись, когда вот тоже близко подойдет. Пробудись, когда вот тоже близко подойдет. Красота, прилипчивый недуг, я заразился тебя, мой друг. Такую власть улыбки бы моей. Чем я нежней, тем жестче он со мной. Он слеп к моей красе. Не видит то, что видят все.
люблю. А я люблю тебя все больше. Ведь я твоя собачка. Бей сильней, в ответ лишь я начну вилять хвостом. Ну, поступай со мной, как с собачонкой. Спиной, ногами, бей, гони меня. Прошу лишь только об одном, чтоб как собачку ты меня терпел. Ты здесь. Ты для меня весь мир. Как я могу сказать, что я одна, когда весь мир здесь смотрит на меня? Вы готовы? Да. Начинаем. Прекрасней и страшней. Не помню дня, когда судьба мне хочет дать корону. Пусть и дает, без помощи моей. Мой друг, как в книге на твоем лице, легко прочесть диковинные вещи. Их надо утаить, чтобы обмануть людей, будь сам, как все. Смотри радушней, кажись цветком, и будь змеей под ним. Придется позаботиться о гости. А, мы что-то читаем сегодня? Потому что, если нет, то я могу... Я всем буду обязан.
я в народном мнении стою так высоко, что я хотел пожить немного этой доброй славы. А что твоя мечта? Была обнена? Не выспалась и видит в черном цвете, что на похмелье радовало взор. Так вот цена твоей любви, желание ты смел. А когда шло до дела слав? Прошу тебя, молчи. Могу все, что в силах человека. Кто змеет больше, тот не человек. Спасибо, шикарное платье, да?
так смотрите, как будто хотите спросить, почему я в платье. Да. Да, мне тоже интересно, знаете. Я радости лишён. Что делать мне? Смотреть за собственную тенью для за своим уродством наблюдать? Мне сердцееда не пристала роль. Не для меня и красных дней и забав. Я платье не могу разбить. Господи, Ричард, прекрати. Ты что, гей? Прости, голубка, но я жертва ложных подозрений. Ты жертва? Ты жертва, да? А позавчера, когда ты напился, ты тоже был жертвой. Настолько же в решениях прям и скорб, насколько я лукав и вероломен. Да, ты мужик. Мужик сказал, мужик сделал. Да? Молодец. Да. Ты писал, сидя. А ты можешь меня не позорить? При всех, пожалуйста. Ну, мы же все обсудили. Ты заплевал мой любимый томик Шекспира. Ты помнишь это? Там один сонет нормальный и все. Ерунда. Доктор, у вас нет ничего для нас слушать? Я вожу. Мы должны успокоиться, включить на музыку. Закрываем глаза и представляем, что вы в лесу. В большом темном лесу. И вы идете к поляне. К поляне ваших желаний. Где? Я вижу поляну. На ней много цветов. Передо мной стоит Кларенс, на коленях, прямо ко мне спиной. Я заношу нож, чтобы... Да он же тупой, господи! Ну вот видите, она опять сломала мне весь камень. Да ты уже 3 месяца дома не можешь ножи поточить. Какой кайф, убийство! Господи, ты мужик... А я еще испортил. Мужик или нет? Ножи поточить не можешь. Нож. Какой король, такой нож. Чего? Что слышал? Что? Ну что? Какой король такой, но? Конечно. Не боишься, что я тебя убить могу? Ну что ты сделаешь? Ну? Я в Ландрии перерезал. Тебя не убью. Что это? Нет? Я тупой. Да? Прямо снял.
еще в 19 веке Матил Арнольд, поэт и критик, предложил рассматривать Гамлет как поэму, наслаждаться ее драматическими глубинами и поэтическими высотами, не ломая голову над характером Гамлета. Он говорил, что в пьесе красивое начало, а дальнейшая загадка, не ломая голову над характером Гамлета. Не ломая голову. Посмотрел бы я на вас в моем месте. Я не могу не убить Клавдия. Но если я его убью, я стану королем. А если я не хочу? А если я хочу играть, музицировать, ставить пьесы? Что, неужели это не доставило бы мне места в актерской труппе, а? Попала. Что, кто сказал? Ну уж нет, полный парень. Кощунственная, невозможная, еретичная мечта для королевича. Я безумно, страстно, гибельно жажду быть Шекспиром. Я безумно, страстно, гибельно жажду быть Шекспиром. Я безумно, страстно, гибельно жажду быть Шекспиром. Я безумно, гибельно жажду быть Чем ты здесь? Знаете, я потеряла какой-то смысл. Я не понимаю, зачем я здесь. Меня лишили чего-то важного. Пообещали, лишили, наебали. Ты пришла сюда найти что-то? Я уже ничего не чувствую. Я полностью опустошена. Ничего нет, взяли, вырезали все. Найди свои чувства. Чувства? Покажи их. Какие чувства? Какие чувства? Покажи мне свои чувства. Нет. Если пустота, что я чувствую? Что я чувствую, если пустота? Это твоя фантазия. Нет, есть ты, есть ты, есть я. Покажи свои чувства. Ты что, охренели, что ли? Нас показывают, что вы здесь сели? Ты что сидишь, даже пошли? Ты что тут стоишь? Ребята, что вы не пробежали, не пробежали? Пошли, ничего! Что с папой? Наши охренели! Вы куда вышли? Вы куда? Вы куда? А сюда, ребята! Блин, пошли! Эй, помогай! Я встань! Встань!
Так что назвать его имя.
начинать. Что вы пьете? Как давно вы чувствовали себя счастливым? Как давно вы чувствовали запах полевых цветов? Как много дел вы уже отложили, а? Вы признайте себя. Сколько у вас там сделано? Вот у вас, например, вся ваша жизнь проходит в ожидании. Вся. Необходимо бросать вызов и выходить из своей зоны комфорта. Постоянно, не останавливаясь ни перед чем, понимаете? Кто вы? Кем вы будете, решать вам? Страх или поступки решаете вы? Действие или бездействие решаете тоже вы? Эффективны вы или нет? Дело опять за вами. Чудес нет. Есть только эффективность. Понимаете? Вот я постоянно бросаю себе вызов. Я иду вопреки всему, понимаете? И результаты не заставили себя ждать. Всего лишь два года назад я ютился на чердаке Букингемского дворца. И где я теперь? Делайте выводы. Так, сейчас быстро перешли к упражнению, раскрепощаемся. Встали. Произносим свое имя, сначала я, потом вы за мной. Произносим свое имя на мотив песни «Hit the road, Jack». Понятно? Сначала я, потом вы. К примеру, Ричард. Теперь вы. Понятно? Нет, не пойдет. Сбросили. Еще раз быстрее. Предстоящих результатов. Раскрыли ладошку пошире. Представили в ней красивый цветок. С тремя лепестками. Три лепестка — это оптимальное количество. Три лепестка. На каждом лепестке теперь визуализировали свою цель. Представили, что вы хотите на ближайшие 2 недели. Чего хочу я? Вы визуализируете. Ниже рука. Участник номер
номер один. Кларенс. Кларенс сейчас находится... Кларенс находится здесь, в Тауэре. Что с ним нужно сделать? Нужно подкрасить ему, схема простая. Подкрадываешься сзади, втыкаешь его в спину и убегаешь. Понятно? Быстро, участник номер один. Встал, ушел в Тауэр. Быстрее! И кто у нас остался? Наши малыши! Наши малыши остались. Их тоже надо убрать. Как мы это будем делать? Рук морать не придется. Сделаем все по старинке. Сири, позвонить в Пушок. Thank you.
Беременность.
Где Офелия? Где Офелия? Где Офелия? Хотите, закончим это шапито. Ladies and gentlemen, boys and girls.